Итак, ребятушки, Авокин, вторая карта финала верхней сетки. 1-0 за Пепка на данный момент. Рейнджер против Дума. Нежданно-негаданно. Пепка на Думе играет. Есть много шансов. Так, ребята, вы готовы? Я да. Через 3, 2, советую 1, затаить дыхание. 0. Поехали. Опа! Как не пытался отмансить дамаг Пепка, все равно получил его. Рельса есть рельса. Надо идти сейчас на рельсу, Никита. Пытался на переключение оружия попасть. Опа! Можно! Но дамаг не прошел. Ладно, рельсы по-прежнему нет у Никиты, но есть полтинничек. Красиво прилетела сфера, ребята, и рейнджер делает свой первый прод. Не удалось спасти Мегу. И как мы видим, Пепка сравнивает счет. За счет этого был на нее тайминг. Отлично. Никита. Ох. Контролечку словил. 10 секунд до Меги. Заходит оппонент. Промазал все, что надо. Пепка в этот раз Проксима поддушил его темпом. Показав классный счет, Проксима забирает и Мегу, и Красный. Ух. Пепка, находясь в центре, пытается отстреливаться. Это у него неплохо получается. Проксима растерял весь свой стек, и теперь он равный у Пепка с Проксима. На позиции находится уже Никита. Как же атаковать? Заходим. Not bad, ребята. Сфера была рассчитана очень неплохо. Профессионально, я даже сказал бы. Однако 29 хп не хватило добить оппоненту. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На двух хп путешествует Никита. Какая же ровная игра, ребята, идет. Красиво. Как все сумбурно происходило, но Проксима все-таки удалось сравнять счет и забрать Мегу. Стека осталось немного, нет совсем брони, однако равный счет на экране, мне кажется, это лучшая награда за проделанные действия. А вот он, броник. И здесь нет броника. Мега лежит, Красный лежит. Ой, словил. Хорошо, хорошо. Так, где брать стек? Вот здесь полтинник собрали. Хорошо, есть еще 25. Слушают оппоненты друг друга, пока не удается найти точку атаку ни у кого. Вот она! Первая рельса от Пепка. Уф! В ответ Проксима дает тоже, что оставляет атаку позади.
Но брони по-прежнему нет. Где же брать, ребята? Где же брать броню? 5 секунд до красного. Важная рельса. Важная. 2. Обоюдный фраг. Лучшее, на что мог рассчитывать Никита Пепка. Равный счет. 4-4 по-прежнему. И у кого лучший счет, лучший респаун будет. 5 секунд до миги. Никита решает перестреливаться. Позиция. Стой! Мегу забрал Проксима. Бежит вперед. 18 хп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да что ж ты делаешь, родная? Пепка выходит вперед, как мы видим, за счет той прекрасной рельсы. Разгоняя игру в некое подобие аркады или что, да, ребят? Пускается в пляс с этими шафтами, рокетами, сплэшами, дамагами, нокбэками. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Будучи на волоске от смерти уже, Пепка все-таки выстреливает и делает этот фраг обоюдным. Уф! Ребятки! Динамично! Ну что же делать? Надо сохранять контроль, надо попадать рельсы. Да, Пепка был уже готов к этой атаке. 4 секунды до миги. Пять хп, ребят. Реализация сферы снова дала свои плоды. Не получился рокет-джамп. Опять, ребят, снова, сызнова. Обоюдный фраг уже третий, да, на этом в раунде или какой? Красиво разыграл сферу Проксима. Возвращает еще один фраг, всего лишь один на данный момент в загашнике. У Пепка рискует. Но Пепка тоже умеет стрелять, ребята. Бодрый спа на ракете сзади. Хорошо, ребята. Таймингами ошибся в этом темпе Проксима. И Пепка даже не знал, не гадал. Мне кажется, но пришел и забрал свой красный. Вместе перед этим с этой мегой выглядит это все очень симпатично. Но Проксиму за счет атаки сам не хочет нападать на мегу и... Self Rocket Jump, ребята, разбивает Проксима. Это самоубийство. Какой лютый пепчанок сегодня. Уф, просто. Уф. Уф. Носовушка идет, ребята. 2 минуты, 3 фрага. Пепка пустился в жесткий плюсбэк. 5 секунд до миги. Сто хп выбитых, 3 болтом и мега под носом. Парень, до тебя прет. Вернее, тебе. Это жестко. ГГС пишет Проксима и по праву завершает этот матч. Со счетом 2-0 в финале сетки Венеров выигрывает Пепка. И Никита, мне кажется, по верхней сетке впервые проходит в гранд-финал. Поздравляем, поздравляем. Отличный best of 3, ребята. Отлично best of 3. ГГС.